Это произведение искусства пошила я. Вот такой сарафан Мари. На ее шляпу. Знаете, почему я одела? Потому что у нее такая прическа, она не хочет ее убирать, но на море классно. И вот пришлось одеть. Ирмочку, естественно, я переплела. Вот идем на море. На море. Пришли мы на море, а посмотрите, какие волны. Я завела Мари, потом Деми, огромнейшие волны. И нас так накрыло волной, что мы быстро решили вернуться. Пришли сюда, сейчас я кофе пью. Дети тут, поздоровайся. Всем привет! Посмотрите, какие здесь кисы. Тут очень много кис, я им целый вот такой пирожок дала. Одна кошка начала вот так кушать. Кушает, да? Там мы нашим кискам помогаем, воду даем. Нашим кискам. Бабуль, они... Эта кошка, оказывается, играть хотела, она с деревом играла. Кушают пирожок. Смотри. А немножко, а? Немножко кусить. Бабуль, смотри, какая она маленькая. Хвост маленький. Там ихняя мама была, но она не пришла, она испугалась и побежала. Ирма, знаешь, какая глупая? Ирма сказала, что может одну из... Я вот ее заберем домой. В Батуми. Всех четырых. Давай. У тебя же собака билет. Была, ты же исправлялась. Я обещаю, а ты возьми там водичку, принеси им в этой крышечке. Осторожно, Мари. Отойди оттуда, Вадеми. Я, кажется, не только на ноге, а еще и тут, пацаны. Покажи свою ранку на ноге. А? Так ее волна швырнула. Отойди оттуда, Ва. Ирма, моди акшен. Арцах видик. Отойдите оттуда. Сейчас читаю ваши сообщения, ваши комментарии. Мои дорогие зрители, любимые, я так рада, что вы такие у меня хорошие. Такие позитивные, так поддерживаете меня. Посмотри, сейчас они будут спасли, они радуются жизни, что мы играем с ними. Это моя талантитика. Вы знаете, Мари какая стала ласковая. Она была немножко такая закрытая, а сейчас она полностью раскрылась. Смотри, на пол спусти его. Это как хорошо, когда детки любят животных. Смотрите, смотрите. Такие мои котята сладенькие. Посмотрите, какие они хорошие. Бабулис, это все наши кошки. Ваши кошки? Да, наши. Это мы. Я их хочу. А Ирма как открылась? Да, я их хочу купить маленький горшок для воды и для корма. Я там возьму корм, где я увидела, и воду наберу сюда другую. И там и... А бабуля не хочет им помогать. То есть она помогла, пирожки дала, воду дала. Это, короче, мы с бабулей купим вот эти горшки. Вы мои котяточки, мои котеночки. Только не мучайте, не надо, они сами придут к вам. Не надо так делать, аккуратненько. Вот, спасибо вам за ваши комментарии. Мы уже, знаете, в каком состоянии сейчас? Пред отъездом, хотя сегодня 30 августа. Осталось где-то неделя, грубо говоря. Свете надо еще купить им. То есть Свете мне им нужно купить блузки, юбочки. Сегодня у меня работа, мы не получится, а завтра, наверное, поедем все вместе. Форум. И я куплю всем. Сколько у них эмоций. Вот так мы сидим. Море сегодня, видите, какое нехорошее. Нас так откинуло, перекинуло на волнах. Мы решили сразу же быстренько собраться и уйти. Ну, чуть-чуть искупались, да? Я вчера до 4 сидела, работала. Столько, блин, всего интересного в этом мире происходит. Ты фонарик, я хочу с ним поиграть. А сейчас интересное то, что когда
сеешь кармические семена, тебе Вселенная 100 раз приносит пользу. Моя девочка, она такая ласковая стала. Раньше меня столько не целовала, как сейчас. А носик замерз. Замерзла? Нет. Все, давай пособираемся, пойдем домой, нас ждет. Какая ты горячая. Убери кошку, трогала потом меня. Друзья мои, мы идем на шопинг. На шопинг идем. На шопинг, короче. Пашкин на работу пошел. Скоро будет школа. Да, школа, работает школа. Завтра будет школа. Накрасилась, сколько дней надо, сколько дней не красилась, сделала впервые макияж за столько времени. Погода какая-то облачная, выходит солнышко, я подумала, что так будет лучше. Хотела поехать в форум, но сейчас планы поменялись. С 3 детьми очень сложно. Пошли мы. Мари хочет вам что-то сказать. 1 сентября. Еще лучше скажи, чего ты? Мы пришли Вселенной. Это просто Вселенная настоящая. Какой же приятный магазин. А когда я зашла, я думала, а где Вайкики? Здесь, оказывается, все есть. Вайкики, Фоло, Кафе, Катап. И так дальше. Даже посмотрите, какая драгоценность есть. А вот и наши Вайкики. Это не Вайкики, но мы любим это. Бабуля покупает. А вот и я. А вот и мы. Почему? Бабуль, не страшно. Вот такие у нас магазины. Там поэтому... Юбочки такие красивые. И что? Тут чашечка. Вот эти чаши. Мне вот это платье очень сильно понравилось. Посмотрите. Вижу. Вот это платье мне черное понравилось. Черная юбка. Давай купим, у меня нету кожаных юбок. А у меня ничего кожаного нету. Ты что, бандитка? Я да. А ты? Я нет. Такие топчики красивые. Майки. Ночью вот это тоже понравилось, но она вот такое, я мечтаю. Про это платье говорю синее. Чего? Да, это. Ну это так себе, да? Все, а да. Бабуль упала. Посмотри тут какие. Бабуль, посмотри тут еще какие кофточки. Мари, выключи, хватит камеру. Вот. Кожаная. Это тоже кожаная. Здесь вот так. И вот ботинки. Капочки. И так дальше. Мы сейчас должны пойти в другой магазин. О, Вайкики! Also Вайкики! Also Лайса Вайкики! Это вот все кофе, прикиньте. И вот эти все другие орехи. Банкомат.
наши лайсы, байки-ки. Сейчас мы должны зайти внутри. Пошли. Ильма просит, чтобы мы пошли на втором этаже. Зачем? Бабуля, а мы что, на втором этаже, что ли? Как мы оказались на втором этаже? А как мы оказались, правда, на втором этаже? Мы что, телепортили? Бабуля красивая. Вот посмотрите на это, на ее сорожки, на ее браслет. Где у тебя браслет? Вот браслет одинаковое, то же самое. Вот такое. Мы зашли в Айки. А здесь можно переодеваться. Как? Где для детей, бабуля? А, для 4, для 53. Для 4 и для 12 класса. Короче, да, 14 лет. Смотрите, какие красивые. Кстати, здесь очень нам повезло, потому что здесь написано, как сколько. Бабуля, это 13 лет. Помоги, бабуль, подержи, посними. Мы хотели вот такую вот майку купить, но не получилось у нас, не получилось. Вот, бабуля, красивая. Это Ирмана купальник, который мы купили. Вот, то есть Ирмана, да. Одинаковая, короче, здесь. Не поймешь, которая какая одинаковая, какая. И вот купальники. Ну, лето заканчивается. Сегодня 31 сентября. Сентября, говорю. Фу, и лето, то есть. Такое красивое платье. Смотрите, какие шарики. Хай. 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 Мне вот это вот очень нравится, посмотрите. Бабуля, гель. Бабуля, я нашла красивую кофту для... Смотри. Вот еще одна розовая. Вот единорожка. Рубашка! Офигеть! Посмотри! Белое платье. Купить вот эту красивую? Давай, покупай. Тебе нравится она? Мне очень нравится, давай покупай. Какие? Как у меня шапочка, как будто украли у меня дома. Вот. Хай! 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 Я люблю, когда вот так я убираю. Посмотрите. Выдела вот эту шляпу и снимаю на другое время. Ну, я сейчас должна найти шляпу. Если найду, кстати. Если не потеряю бабулю. Офигеть, как красиво. Вот нашла. И вернули. Где бабуля? Я потеряла мою бабулю мою. Вот она, бабуля. Я беру тебе вот эту. Бери. Бабуль, знаешь что? Сними, бабуль, какая. Красиво. Не надо думать. А? Да, мне очень-очень нравится. Красиво она, да, будет. Бабуль, знаешь, что я люблю? Когда я вижу, например, посмотри, здесь... Да. Класс, очень нравится. Можешь еще и Ирмочкой купить. Бабуль, например, здесь лежит шапка. Смотри, здесь лежит шапка, и на другом месте и шапки лежат. Я вот так всегда, посмотри. Не знаешь, где была бабуль? Вот где-то...
Зачем это? Ты сказала рубашку надо. Хочу, хочу. Сате, сате, сате. Чё-то, эрой. Бабуля, посмотри. Вот здесь была шапка. А? Я хочу четыре. Четыре, четыре, четыре колеса. Ты смотри, 8-9 лет. А что здесь написано 150 уже? Тут написано 180. Пауль, иди ко мне. Вот здесь была шапка. Я понесла на нем месте, где должно быть. Вот, где-то я там была в Америке. Сейчас покажу, где я была. Вот что я была. Оказывается, бабуля была, знаете, где? Иду я, иду, бабуль. А бабуля здесь была. Вот это взять под джинсы тебе? Я хочу это, я хочу, хочу. Смотри, у тебя вот такие джинсы. О, как красиво! Мы как будто на то же место пришли, да, бабуль? Опять шапка. Могу снять, наверное, это совсем. Чего? Вот. Ирмочка, такую же. Наверное, вот такую. Сколько лет? Четыре. Они потерялись у меня. Я знаю, где ты. Кстати, а где они, правда? Ребят, у нас проблемы, мы потеряли. Где Ирма? Где вы были? Какая луна сегодня красивая. Полная. Сегодня полнолуние. С 30 на 31 августа ночь. Смотрите. Магическое полнолуние два раза в августе. Дай Бог, чтобы оно принесло мира, здоровья всем. Полные кошельки, друзья мои. Я сегодня так устала, когда была с детьми в торговом центре. Это был какой-то кошмар. Как трудно с ними делать покупку. Ладно, когда тут думаешь, чтобы подходящее найти, и оно не подпадается, искать надо, потому что выбор большой, а то, что хочется, нету. О, мамочка, я пришла никакая. Мне кажется, в один момент я даже там чуть сознание не потеряла, потому что покричала на них, они никак не могли успокоиться. В прятки играли, бегали. И вот, все позади, как говорится. Вроде бы все купила. Потом уже сделаю вам демонстрацию, когда буду собирать чемоданы. Еще кое-что жду. Заказали на Хэпси Бурада. Оно пришло. Оказывается, на почте испачкалось. И его вернули. И мы сейчас заказали в другом месте. Ну а что, я вам покажу потом. Вот так все у нас в предсобранном состоянии. Скоро сборы, да. Смотрите, уже сегодня четверг. И в тот, на следующий, через неделю мы едем. Потом я зашла с детьми. На автобусе ехала. Зашла с детьми в шок. 700 лир минимум. 700 лир. Курицу взяла, грудку взяла, масло взяла сливочное. Взяла кофе растворимое для мамы. Молоко, сливки сухие. Затем турецкий кофе, две пачки взяла. Вот это все. И набрала эти деньги. Лаваш взяла, а Ирме взяла для школы такую принадлежность красивую. Она мечтала об этом. Вот такие вот делишки. Сейчас решила выйти на балкон, потому что жарко. И у меня сейчас после 9 часов встреча с партнером. Покупка NFT. И я вот решила немножко прийти в себя и потом начну работать.
Так что вот так проходит мой вечер. Дети уже почти отключенные. Сейчас у меня начнется еще одна моя должная обязанность по вечерам. Всех накупать и положить спать. А завтра у нас планы пойти на море. А луна-то, смотрите, еще больше стала. Красивая луна. А вам всем спокойной ночи, приятного отдыха. И отдыхайте. С Богом.